Здравствуйте, вы смотрите новости на телеканале «Котлас-24». В студии Нелли Филатова. Смотрите в выпуске. Спальные мешки, коврики, обувь, термоперчатки и другая амуниция доставлена в Печенгу нашим бойцам. Такие наборы получат все мобилизованные в Архангельской области. В 17-й школе день рождения президента России Владимира Путина отметили тренировкой по самбо. После 5 лет перерыва возрождают большой КВН. Первая игра нового сезона состоится 9 октября. По традиции последних недель начинаем программу с разъяснений, касающихся проведения частичной мобилизации. Их регулярно публикуют на портале «Объясняем. Архангельская область». Там не только можно посмотреть полную версию эфира, но и задать свой вопрос. Основные моменты, которые были озвучены сегодня, смотрите в первом материале выпуска. Жители региона волнует тема обеспечения наших бойцов, а именно экипировка солдат после обучения. Все предметы экипировки мы перечислить не можем, потому что это компетенция Министерства обороны. То есть они обеспечивают военнослужащих всем необходимым довольствием, в том числе и вещевым. Мы можем сказать только о том, чем мы помогли нашим военнослужащим. Ну, давайте это озвучим. Это резиновые сапоги, это теплые перчатки, это теплые носки, это термоковрики, это спальные мешки. Кстати, губернатор области отчитался о том, что все эти вещи были доставлены накануне в Печенгу нашим бойцам, которые проходят военную подготовку. Это то, что дополнительно заказывали сами ребята, которые призваны по частичной мобилизации. Такие наборы получат все мобилизованные из Архангельской области. Сейчас формируем машины для отправки по базам, написал Александр Цибульский в своем телеграм-канале. Поддержать бойца могут и его родственники, прислав посылку. Родственники должны связаться с членом своей семьи, с гражданином, который призван, и он с согласия командования укажет адрес, по которому можно будет отправить посылку. Еще один вопрос, который интересует многих – как организована медкомиссия для мобилизованных граждан? Каждая призывная комиссия, будь то комиссия районного уровня или комиссия областного уровня, есть специалист-врач, которые беседуют со всеми призывниками, которые идут у нас в порядке частичной мобилизации. При наличии оснований для более какого-то глубокого освидетельствования или осмотра граждане, призываемые, направляются к врачам, специалистам. Врачи все необходимые есть. С момента объявления частичной мобилизации в социальных сетях публикуется огромное количество постов, касающихся этой темы. Разумеется, появляются фейки и вбросы. И одна из задач подобных прямых эфиров – развенчивать такие мифы. Если Котласский военкомат ликвидирован, то на каком основании и от имени кого вручают повестки о мобилизации? Никогда такой этот военкомат у нас не ликвидировался. После 1 апреля 2009 года он являлся отделением военного комиссариата Архангельской области, а с 1 декабря 2016 года это самостоятельный военный комиссариат города Котласа, Коряжмы и Котласского района. То есть вот эта информация, которая распространялась, она является фейком? Она не соответствует действительности. Напомним, что свои вопросы на портал «Объясняем. Архангельская область» может направить каждый житель Поморья. Прямые эфиры по теме частичной мобилизации проходят ежедневно. О ходе частичной мобилизации в Котласе рассказала сегодня глава города. Организация работы призывной комиссии, предоставление отсрочки, следующие отправки призванных в вооруженные силы Российской Федерации, а также ответы на другие вопросы в еженедельном видеоотчете Светланы Дейнека. Добрый день, уважаемые земляки! Всю эту неделю мы собирались на заседание призывной комиссии. На одних проводили собеседование с молодыми людьми, получившими повестки. Выявляли годность их к несению службы. Тем, кто годен, выдавали предписание явиться на отправку. Ближайшие отправки пройдут сегодня и в понедельник, 10 октября. На других заседаниях мы рассматривали ходатайства от работодателей, которые просят предоставить отсрочку своим особо ценным работникам от частичной мобилизации. Отмечу, что наличие ходатайства не означает, что отсрочка будет предоставлена автоматически и надолго. Одни ходатайства мы приняли во внимание, другие нет. Критериев отбора несколько. Главный – если заменить призванного специалиста в короткие сроки невозможно, на подготовку нового потребуется значительное время, а отсутствие данного специалиста на рабочем месте приведет к сбою или остановке работы предприятия, отвечающего за жизнеобеспечение города, за продовольственную безопасность населения, приведет к срыву муниципальных и государственных контрактов.
Мне поступают вопросы в личных сообщениях и блоге о том, кто же подлежит частичной мобилизации. На данный момент мобилизации подлежат только те, кто проходил срочную военную службу. Не служившие и выпускники вузов с военной кафедрой не рассматриваются. Пока требуются только рядовые и сержантский состав. Далее. Нужны определенные военно-учетные специальности. В первую очередь стрелки. В небольшом количестве медики. Сейчас перечень немного расширен. Требуются также водители и механики. И, наконец, возраст. Да, упор делается на возраст до 35 лет. Но если есть нужная военно-учетная специальность и отсутствуют ограничения по здоровью, человек не опекун своим близким родственникам, не отец-одиночка, то допускается призыв мужчин до 45 лет. Отмечу, что в военкомат каждый день приходят добровольцы разных возрастов. Принимаем всех. Для семей мобилизованных граждан в регионе работает горячая линия, номер простой, 122. Если вы не дозвонитесь, обращайтесь в мою приемную, номер 51511. Мой помощник также аккумулирует все вопросы и просьбы от родственников мобилизованных. Пока поступают вопросы о кредитных каникулах, выплате 100 тысяч губернаторских и прочих мерах соцподдержки для детей и семей мобилизованных. Все, что положено, обязательно будет выплачено. По-другому и быть не может. Единственное, не исключено, что придется немного подождать. А теперь к городским вопросам. Оформление документов на новую школу в активной фазе. Здание и земельный участок поставлены на кадастровый учет. Осталось получить заключение Роспотребнадзора и образовательную лицензию. И будем открываться. До конца этой недели подойдет усиление техникой специалисты для асфальтирования дороги по проспекту Мира. Плотно приступают к асфальтированию с 10 октября. На удаленных от жилой застройки участках будут работать в 2, если понадобится и в 3 смены. Дорогу в этом году мы должны открыть, в том числе и для движения автобусов. Уж очень долго жители этой части города ждут автобусного сообщения. Муниципальный контракт на покупку 2 верхних этажей дома молодежного Володарского, 21, подписан. До конца октября планируем принять все здание в муниципальную собственность и передать молодежному центру. Таковы краткие итоги недели. Добрых вам выходных дней. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Дорогие друзья, как хочется встретиться и попеть песню. Я вас жду в Подлесе 8 октября. Каждую среду фабрика ремонта обуви принимает обувь в ремонт. Профессиональный ремонт любой сложности. 5 октября Котлас, Дворец культуры. Продолжает программу информация о происшествиях. Сразу 2 автомобиля сгорели сегодня во дворе дома 21 по проспекту Мира. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полиция. Приехал, как обычно, поставил машину, никого не трогал. В 2 часа ночи постучали соседи, машина горит. Вышел на балкон, посмотрел, горит, полыхало все. Пока ехали пожарные, но они ехали не так долго, к сожалению, загорелось и второй автомобиль, это соседа. Как соседи? Ну, и тут народу было, соседи, управляющая дома, все бегали. Юрий держится, даже шутит, мол, хорошо, помыть не успел, но на самом деле расстроен. Вместительная «Хонда» была любимым семейным автомобилем. Там в багажнике хоть санки, хоть ледянки, все, пожалуйста, запихивай. Все счастливы, довольны. Ездил я на ней с 2015 года. А с проводкой у меня точно не было никаких неприятностей. Что это произошло, установит следствие. Страховка? Нет, у меня каски нет. К сожалению, данный автомобиль свыше 10 лет, и их не страхуют. Оба автомобиля огнем уничтожены полностью, что стало причиной, сейчас устанавливается. Но автомобили, как улику, на свалку отвозить владельцам пока запрещено. К другим темам. Сегодня в 17-й школе прошла открытая всероссийская тренировка по самбо в честь дня рождения президента страны Владимира Путина, который является ярким представителем этого вида спорта. Вот уже 4 года 17-я школа входит в федеральный проект «Самбо в школе». За это время для некоторых учеников борьба стала неотъемлемой частью жизни, для других – способом поддержания хорошей физической формы.
Хочется сказать, что уже на протяжении 3 лет мы проводим открытый рождественский турнир по самбо, где гостями нашего турнира становятся представители Коряжмы, Великого Устюга, города Котласа, ну и всех, даже Коми приезжала в прошлом году. То есть мы приглашаем на этот турнир всех. Новый этап проекта «Самбо в школе» за самбо поддержала партия «Единая Россия» и Всероссийская федерация самбо. Открытая всероссийская тренировка – первое мероприятие. Приурочено оно к дню рождения Владимира Путина. Президент России занимается единоборствами с 11 лет и является мастером спорта. Последние годы очень много детей. Начальная школа в основном, первые, вторые, третьи классы. Их это очень интересует. Желающих много, но они пока занимаются на таком уровне, что они у нас один раз выделяется час, один раз в неделю проводятся тренировки. Но для детей, которые хотят более углубленно заниматься, секция будет с этого года 3 раза в неделю, по 1,5 часа уже они будут заниматься. У меня мама показала самбо, и я захотела заниматься им. Делать броски со стойки, там спартера делать болевые. У меня есть медали дома. Грамоты тоже очень много. И кубки. Кроме Котласа, открытая всероссийская тренировка прошла сегодня еще в 4 городах области. Архангельск, Северодвинск, Вельск, Каргополь. Все собранные средства в рамках благотворительного фестиваля «Рок в защиту животных», который проходил на прошлых выходных в Котласе, переданы 3 приютам. Общая сумма составила 47 180 рублей, и это не считая 60 килограммов кормов. Подробности далее. 5-й юбилейный благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» в Котласе праздновали сразу 2 дня. Концерт в арт-клубе «Пила» по традиции собрал коллективы музыкантов. Клуб – постоянный бескорыстный партнер фестиваля. Все собранные средства в копилку на помощь бездомным животным. Настоящим открытием и откровением фестиваля стало знакомство тех, кто собрался, с 12-летним Пашей Абрамовым из Арзамаса. Юный волонтер, художник, защитник животных, известен в нашей стране и далеко за ее пределами. Сейчас как никогда важно ответить себе в первую очередь, кто я, зачем я и почему я, а потом понять, кому ты сейчас можешь реально помочь и помогать изо всех сил, будь то люди или животные. Доброе слово, важное дело, а иногда даже просто обнять стоит дорогого. Впервые в Пиле была тишина на выступление нашего спикера. То есть сколько фестивалей уже прошло, когда выступают спикеры, сложно добиться тишины, особенно в арт-клубе «Пила», где настолько шумно, но маленького человека, Пашу Абрамова, слушали в тишине, аплодировали, кричали ему «Молодец!». Площадку для 2-го дня фестиваля уже пришлось арендовать. Ей стал Дворец культуры в Котласе. Здесь выступили местные и приезжие артисты. Средства, корма и подарки собирали сразу для 3 приютов для бездомных животных. Общая сумма составила 47 180 рублей и более 60 килограммов кормов. Мы столько подарков еще не собирали. Вчера, уже буквально вечером, мы отправили часть наших подарков в Устюг. В Устюг мы направили конкретно собачьи корма. Дополнительно туда были отправлены подстилки и подушки. Также в Устюжский приют мы перечислили 7 тысяч рублей. Для Коряжмы была заказана большая клетка для того, чтобы отсаживать взрослых кошек. Клетка заказана, клетка в пути, как только она придет. Клетку и плюс жидкие корма, которые мы специально приобретем для Коряжмского приюта. Плюсом вот эти подушки и подстилки от благотворителей мы также отправим в Коряжму. И сейчас мы находимся на передержке «Ладошка для кошки». Все, что останется от этой суммы, будет передано вот этим вот замечательным ребятам. Сейчас, когда вся организационная суета позади, организаторы признаются, юбилей удался. Мероприятие снова показало, в какое бы время его ни проводили, с какими бы сложностями ни сталкивались волонтеры, оно того стоит. Ведь в нашем городе живут люди, готовые помогать.
А теперь о том, чем будут отмечены грядущие выходные. В Котласе возрождают большой КВН. Некогда игра в нашем городе собирала большие залы, а участники команд были настоящими знаменитостями. После 5 лет перерыва Котласская лига КВН начинает новый сезон. Уже в это воскресенье, 9 октября, на сцене Дворца культуры вновь соберутся веселые и находчивые, всего 8 команд. Кстати, посетить мероприятие все желающие смогут совершенно бесплатно. Мы начинаем КВН. Этих слов, произнесенных с большой сцены, в Котласе не слышали уже 5 лет. Популярнейшая игра собирала в нашем городе полные залы. Но потом идейные вдохновители стали старше, разъехались, обзавелись семьями. Итог – 5-летний перерыв. И вот сейчас перед организаторами лиги стоит амбициозная задача – вернуть полноценно КВН в Котлас. Сейчас пришло время новых людей, которые придут в эту лигу с новыми идеями, с новыми мыслями, с новыми форматами. 17 лет я играю в КВН, 15 лет я являюсь куратором, тренером, руководителем, кто как называет, команд КВН в Устьянском районе и за его пределами. Играл в КВН очень много где, в Ярославле, в Архангельске, в Питере, в Нижнем Новгороде. И сейчас вот приглашен редактором в лигу КВН «Котлас». Возродить лигу взялись КВНщики со стажем, те, кто не просто как когда-то играл, а те, кто влюблен в игру по-настоящему. Я знаю порой, я вижу варенье, любовь посерти. Я играл в КВН 13 лет. В 14 лет меня позвала в команду моя очень хорошая подруга. Я пришел, поиграл, влюбился. Начались какие-то сборные, фестивали и постепенно, как-то уже из КВНщика перерос где-то и в жюри, и в редакторы, и в организаторы. А теперь еще и ведущая. Роль в КВН особенная, самая значительная. Равняясь на Александра Маслякова, ведущая в любом городе, одеты с иголочки, на лице легкая улыбка, поведение сдержанное. Но времена меняются. Я не буду тем самым Масляковым у Тумбы говорить: мы начинаем КВН. Это будет более живой формат, с какими-то общением жюри после выступления команд. То есть мы хотим добавить в это больше жизни. Организаторы уверены, вновь собирать полные залы реально. Достаточно напомнить котласскому зрителю, как это было. Игры ждали, а наиболее яркие участники команд были настоящими знаменитостями. Ребята смешили, а часто и высмеивали. Нечего делать, иди в торговый центр. Бросила девушка, иди в торговый центр. Уволили с работы, иди в торговый центр. Уже ходил в торговый центр, иди в другой торговый центр. И играть наши КВНщики уезжали и в область, и в столицу. Люди из города, из южной столицы Архангельской области, из города Котлас. Мы самая южная команда области. И самая южная, самая северная команда Азербайджана. Многие КВНщики признаются, эта игра – отличный старт. Знакомство, узнаваемость дают свои плоды. А еще это то, о чем всегда веселые и находчивые вспоминают с особой теплотой. КВН – это было круто. Я занимался КВНом с 2004 по 2017 год. И, конечно, КВН дал мне классное, нестандартное мышление, которое я в себе развивал потом. И также потом продолжил заниматься стендапом. Сейчас занимаюсь стендапом в Санкт-Петербурге, езжу по городам с концертами. КВН мне дал какое-то творческое развитие, какую-то смелость. Все-таки находиться на сцене всегда страшно. И то есть после этого как-то уже легче стало даже работать фотографом, потому что общение с людьми постоянно с большим количеством. То, что КВН возвращается после перерыва, я думаю, что это супер. Ребята, я всех поздравляю с началом нового сезона. Это очень классно. Классная новость, что КВН наконец-то возвращается в Котлас. Удачи и, конечно же, любите КВН, играйте в КВН, все у вас получится. Стартует обновленная лига КВН Котласа уже в это воскресенье, 9 октября. 8 команд соберутся на сцене Дворца культуры. География: Котлас, Велигодский район и Устьяны. Начало в 15 часов. И еще один важный принцип нашего КВН – игра должна быть бесплатной для зрителей. Проект поддерживается и правительством области, так что всех желающих ждут за отличным настроением. У меня все на сегодня. Смотрите новости нашего города на сайте kotlas24.ru и одноименной группе ВКонтакте. Хороших вам выходных. Увидимся. И
Ищите мебель? Боитесь переплатить? Диван диванов в Котласе, в торговом центре «Багратион», в Коряжме, в торговом центре «Фаворит». Десятки фабрик, сотни моделей, скидки. Диван диванов. Просто здесь дешевле. Наряжай себя скорее во все лучшее от зимней сказки на выставке в Котласе 10 октября в ТЦ «Радуга». Норка от 19 тысяч короткая, от 30 длинная, мутон от 10 тысяч рублей. Всесезонные пальто из шерсти и эко-меха со скидкой до 50%. 8 и 9 октября во Дворце культуры города Котлас пройдет выставка-продажа меда в ассортименте. Мед из Краснодара, Адыгеи и Воронежского заповедника, продукты пчеловодства и ароматное подсолнечное масло. Действует акция 3 литра цветочного меда всего за 1400 рублей. Автомобилю нужны запчасти. Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас, Маяковского 47 и Володарского 23. Люстры в любую комнату. В магазинах шикарные двери. Роскошная классика, светодиодная с регулировкой цвета и яркости. Трековые светильники для освещения по зонам. Для любителей простых решений – плафоны или кольца. Массивные варианты для высоких потолков. Цены от 1500 рублей. По подарочному купону скидки до 2000 рублей. Украшайте свой дом с салоном «Шикарные двери». В субботу 8 октября в Котласе будет пасмурно. Днем температура воздуха плюс 11 градусов, ночью плюс 9. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. В воскресенье 9 октября нас ждет пасмурная погода, слабый дождь. Днем столбик термометра будет на отметке плюс 11 градусов, ночью плюс 8. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. В понедельник, 10 октября в Котласе, будет значительная облачность. Осадки не ожидаются. Днем температура воздуха плюс 8 градусов, ночью до плюс 4. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Котласский дворец культуры приглашает 8 октября в 19 часов на танцевальную осеннюю вечеринку для тех, кому за 30. Листопад желаний. Особенная атмосфера, приятная компания, любимые песни. Пожалуй, вот составляющие отличного отдыха. Для вас в этот вечер музыка на любой вкус и зажигательные, нестареющие хиты. Приглашайте своих друзей, коллег и бронируйте столик по телефону 525-15. Количество мест ограничено.